В Украине случаев торговли людьми в этом году вдвое больше, чем в прошлом. Такую неутешительную статистику публикует нацполиция. Там признаются, только за первое полугодие в стране зарегистрировано почти 150 подобных преступлений. В то время как за весь 2016 около 60. В основном украинских граждан вывозят в Россию, Польшу, Германию и Объединенные Арабские Эмираты.